«Союз нерушимый». Добрый день. Программа «Союз нерушимый» начинается именно в это мгновение. И вас приветствует Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Прекрасная весенняя погода. Только что хотел об этом сказать, ты меня опередил. Ну, приближается лето. Мы отметили недавно Навруз. Можно сказать, все вместе. Все в ожидании теперь большого праздника. Пасхи. А, кстати, у евреев сегодня Песах начинается. Да. Смотри, вот... Иудейская Пасха. Я так понимаю, что можно не работать в нашей стране, понимаешь? Отмечать, значит, с одними Навруз, с другими, значит, Песах, потом Пасха, потом... Майские праздники начинаются. Потом окончание Рамазана, ну и так далее. В общем, такая у нас большая многонациональная страна, и действительно это радует. Всегда есть повод так или иначе порадоваться вместе с людьми. Кстати, по поводу Песоха. Сегодня у нас в первом часе с 11 часов в культпоходе был дирижер, который приехал из Израиля, и мы первым делом его поздравили. Я слышал, да, очень было интересно, так сказать. Ну, вот такой сегодня насыщенный у нас день, да. И тоже мы сегодня отправимся в, собственно, программе. Да, в связи с тем, что лето приближается, и страна у нас большая. И мы можем, собственно говоря, найти в нашей стране очень много красивых мест. И лично даже для меня интересно, собственно говоря, если вдруг мы решимся приехать в Чеченскую Республику, чтобы отдохнуть, чтобы порадоваться, посмотреть, то что мы там увидим и где мы там увидим? Что обязательно нужно посетить. Что обязательно какие нужно объекты, посмотреть. Какие достопримечательности. Да. Да, и сегодня с нами вместе в студии, Адам Абуязедович Бибиев, представитель главы Чеченской Республики Кировской области, и Леча Абдульмуслимович Аскерханов, помощник представителя главы Чеченской Республики Кировской области. Салам алейкум. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста. Поближе микрофон себе все-таки. Да. Добрый день. Кстати, вот Леча Абдулмуслимович сказал, что буквально накануне вернулся из Чеченской Республики. Да, вчера. Ну, по его лицу видно, что он очень довольный. Я спросил, конечно же, про погоду. Вот сказал, что холодновато пока еще. Ну, холодновато в горах или холодновато в долине? Ну, там холодновато относительное слово. Потому что днем солнце выглянет, уже тепло. Хорошо пригревает, да? Да, моментально пригревает. Ну, я думаю, начиная с мая, наверное, уже... Да, уже с апреля, я бы сказал, что все, уже теплые дни пойдут. Адам у нас включается. Давайте уже рассказывать. На самом деле, на сегодняшний день, забегая чуть-чуть вперед, скажу, что благодаря первому президенту Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырову, который сделал на самом деле вот этот правильный решающий выбор для всего чеченского народа, и именно вот этот путь, который выбрал Ахмад Хаджи, эту дорогу, это направление поддержал весь чеченский народ во главе с главой Чеченской Республики Рамзан Ахматовичем Кадыровым. И сегодня, благодаря этому, есть очень много красивых мест для посещения, для туристов, для оздоровительных таких моментов, да, вот люди сегодня, есть много регионов, которые, соседние регионы, которым мы, например, даже вот касаясь вопроса здоровья, мы выезжали, у нас наше направление было в основном Ростов, Астрахань, Москва, куда люди, то есть, ездили лечиться. Сегодня у нас есть новейшее оборудование, специалисты. И теперь с других регионов люди приезжают именно на обследование, лечиться в Чечню. Есть санаторий Серноводск, то есть, ну,
Известнейший санаторий был еще с советских времен. Я помню, тогда поезда у нас тогда с Баку на Москву. Да, Баку, Москва, да, постоянно. Очень много. По-моему, три раза в день, по-моему. Да, и очень много было людей, которые вплоть с Дальнего Востока ездили в этот санаторий, потому что там уникальные воды, грязи. И они, я помню, еще ветераны войны, еще Великой Отечественной войны из Беларуси приезжали. Потом... Получали путевки, да? Да, туда. Получали путевки по профсоюзной линии, по оздоровительной линии. И он, я с ним разговаривал, он говорит, мне, говорит, хватает один год приехать один раз, говорит, в Чечню, вот эти мои раны, говорит, и осколки, говорит, у меня до сих пор, говорит, еще в теле успокаиваются, говорит, на год мне, говорит, хватает. Говорит. Я, говорит, каждый год приезжаю, говорит, лечу. Адам, Лича, вот вы начали как бы с санаторного отдыха. Хорошо, Серноводск, это немножко о воде говорит, да? Там, да, ну, это, серные, так сказать, да. Серные ванны. Сероводором, да. Грязи какие? Грязи у нас. Если есть, вы можете как да, бы... Именно вот грязолечебница, это в основном у нас находятся Брыгуны и Истису. Это, кстати, вот именно в том районе, где это Гудермесский район. Это южная часть, да? Мелчхи у нас называется, да? Да, Истису, это Мелчхи, да, оно называется. Это, да, это Гудермесский район, это ближе к Дагестану. Вот, и я непосредственно оттуда, с села Элисханюрт, вот, мое родное село, так скажем. Вот, и грязолечебницы, они на самом деле все восстановлены, на сегодняшний день действуют. И вот, как говорил Лечи, в те советские времена, мы помним, люди из Якутии, из Хабаровска, из Чува. Я просто этих людей... Профиль какой? Профиль именно вот... То есть суставы, мышцы, именно, раны, мышцы, там, да, кожа, как бы... Ну да, вот именно вот в этом направлении, оно общий, я бы сказал, общий оздоровительный такой комплекс, вот, там грязолечебные ванны, вот все, что связано вот с этой, ну, с этими направлениями, даже, чисто медицинский термин, не знаю, как правильно сказать. Да. А условия, вот я слышал и читал, как-то вот, когда Рамзан приглашал всех как бы в Чечню, всех россиян, вот теперь вы можете как бы приезжать в Чечне и получать удовольствие, так сказать, да, в том числе отдых и лечение и все такое. Вот сейчас произошло обновление этих, конечно, хорошо говорить в советский санаторий, но у нас как бы, я думаю, что должно что-то как бы обновление. Вы же понимаете, что после последних событий у нас там практически советского ничего не осталось. Ну вот, да. Все да, было да, разрушено. Да. То есть это все новопостроенное? Это все новопостроенное, современнейшими оборудованиями, дороги, которые как ленточка, как на взлетной полосе идут у горы. Не тряхнет, да? Серпантином поднимаются горы. Там современнейшие гостиницы. Вот сегодня Чечня может провести любое мероприятие. Наверное, поэтому все мероприятия, которые связаны там, с всероссийскими там, совещаниями там, по медицине, по образованию, по высшей школе. Там, по, особенно там, по Южному округу, да? Нет, всероссийские соревнования. Вернее, соревнования, я говорю. И соревнования, в том числе, вот эти мероприятия там проводят. Потому что есть возможность принять. Есть возможность представить помещение, где люди могут провести свои мероприятия, и есть что показать людям. Мне кажется, что по уровню обслуживания? Вот, готовы люди, которые работают в этих местах, они быть, гидами, не просто гидами, а проявить все свое вот это вот, ну, люди же национальное вот это гостеприимство, да, чтобы, ну, именно обслуживание такое, чтобы люди уходили довольные. Ну, вот как бы, по этому вопросу скажу, что вот берем пример, да, вот 2007, 2008, 2009 год, я летал на самолете домой. Ну и вот этот самолет, там, скажем, 90% летели чеченцы, ну и 10% можно было там иностранцы, да, там русскоязычный кто-то. На сегодняшний день я вот сейчас летаю домой, у меня получается это раз в месяц, там два раза в месяц иногда получается, что я летаю. Вот, и на сегодняшний день я вам смело говорю, что
самолет 20% чеченцы, 80% русскоязычные. Люди приезжают по работе, для деловых встреч, для отдыха. Места для туризма Рамзан Ахмадович уделяет особое внимание. Я почему начал здравоохранение? Потому что учеба, здравоохранение и отдых на первом месте сегодня. Это четко поставленная задача. Я даже разговаривал с ректором ЧГУ. Вот, Чеченский государственный университет. Да, государственный университет. Вот, я разговаривал с ним, и он говорит, вот он, они ездили в Лондон, сейчас вот не могу точно сказать, кто с ним был, но, по-моему, министр образования Анзор, вот Даурбек, они вот вместе ездили в Лондон. И в Оксфорде есть у них, оказывается, стена, на которую заносится ученик, выпускник, один ученик в году, который закончил с отличием вот это учебное заведение. И его имя заносится на какая-то, у них там есть стена. Типа вот, лучший ученик года. На сегодняшний день ученики, которые отправлены туда с фонда Кадырова, Ахмед Хаджи, вот, именно выделяются деньги именно фонда Кадырова, который является президентом фонда Аймани Кадырова. Вот, и уже два человека из Чеченской республики, девушка и парень, занесены в эту стену. Вот это раз. Лучшие выпускники. Да, лучшие выпускники Оксфорда. И при этом, это большая честь. При этом ректор говорит, я разговаривал с ректором этого Оксфорда, и он говорит, он заявляет, говорит, я когда получал экзамены вот этой девушки, вот, к сожалению, я сейчас не могу ее по имени сказать, вот, я даже на какое-то время, говорит, подумал, что она знает лучше меня. Представляете, профессор об этом заявляет. То есть образованию выделяется огромное внимание образованию, здравоохранению, ну и туризм. Но это вы говорите нам для чего? Для того, чтобы наши выпускники ездили учиться в чеченские государственные Я думаю, что нет. Эта программа, между прочим, там строится международный университет арабской инвестиции, и там на 20 тысяч, или сколько там, тысяч, я точно не скажу, но арабы строят, и туда будут приглашены ведущие специалисты со всего мира. И там образование уделяется действительно большое внимание. Если вот насчет инфраструктуры вы спросили по туризму. Да, вернемся как бы все-таки к отдыху, туризму. Этому уделяется большое внимание. Есть специально уже учебные заведения, есть факультеты, которые открыты. И люди посылаются, ведущие вузы, мировые вузы. Люди приходят с двумя, с тремя языками, свободно владея иностранными языками, в эту структуру работает. Если там раньше приезжали основном, чтобы посмотреть на город, потому что вот, вы присутствовали на нашем мероприятии, видели в начале, да? Что касается... На город части... мы имеем в виду Грозный. Да. Ну, отличить Грозный того периода от Алеппо или там какого-то сирийского города сегодня очень трудно, потому что те же бомбардировки, то же самое произошло, город был абсолютно разрушен. И люди, которые там раньше жили или там по каким-то делам видели город, он действительно он был зеленый, красивый город еще в советское время. Вот, после этого они не верили, что этот город можно восстановить. Я помню первое впечатление, когда в центре Грозного открылся первый светофор. И люди специально ездили, чтобы под ним проехаться. Да. Потом Грозный энергосбыт отремонтировало свое здание. Люди вот специально ездили. К этому самое первое здание было в Грозном, которое отремонтировали, там покрасили, и восстановили его. И люди специально ездили, чтобы посмотреть в это развалино. Кстати, сказанному речи хочу еще добавить то, что специалисты, выдающиеся специалисты разного уровня, давали разную оценку именно восстановления. Были предложения перенести город Грозный в Гудермес. То есть вообще оставить, да, город, и основать столицу в другом месте. Да, сравнять, невозможно было понять, что это можно восстановить. Разрушение, так можно сказать, без всякого сомнения, что 90% город был полностью разрушен. И были предложения
перенести центр в Гудермес. Было продолжение, то есть были разные оценки, говорили, что если в течение 25 лет восстановят этот город, то это будет... Уникально быстро, да, да, писали об этом. Да, 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 были разные, но... Разные были точки зрения. Надо ли вообще восстанавливать? Ахмед Хаджи на самом деле дал... Человек до такой степени был, как сказать, лидером для народа. Это человек, об котором мы сегодня не все даже знаем. Вот я уверен в том, что об этом человеке еще там... годами будет говорить история. То есть он принял конкретное решение, что город Грозный надо восстанавливать. Mm-hmm. И вот благодаря ему и тому, что народ стоял за ним, он... И вот недавно, кстати, у нас было 23 числа 15 лет Конституции Чеченской Республики. И вот, вот я не скажу, что восстанавливали город только одни рабочие. Очень много было вложено именно... Вот люди выходили как на субботники. Угу. Потому что уважали первого президента, верили в него и шли. Вот просто народ шел, и вот именно вот тут очень много вложено вот именно в душу. Ну, наверное, и любили свою малую родину, хотели, конечно, как бы, чтобы оно расцветало. Да, вот, да, Адам, да. Тем не менее, Личи, вот туристическое царство небесное, да, вот Ахмад Хаджи Кадыров или по-нашему там Лара Хаметлесен. Вернемся. Например, я видел на картинках пока, там самая большая мечеть Европы. Да? То, да. Что человек может прийти увидеть в Грозном сегодня? Я начал с города, потому что город, он нагляден. Да, да, да. Мечеть называется, напомню, сердце Чечни, да? Да. Город, он нагляден. В городе есть. И он признан, по-моему, там что-то там одним из лучших, или как там было, номинация была. Какая-то, что лучшие места России или да, что-то да, такое, ну, да? Конкурировал там. Да, конкурировал. Ну, в общем, да, вот. Был в числе там первых трех, что-то такое. Да, он конкурировал там, вот. И на банкноты, я помню, он конкурировал тоже. Да. Вот. Да, да. Город я назвал... И выпущена, по-моему, медаль уже как бы с этой мечетью, там, имеется в виду серебряные монеты, так сказать. Коллекционные. Город я назвал первым, потому что там контраст, он очевиден был. Даже не пустой. На пустом месте построить дом всегда легче, чем разрушить итак, и восстановить. Итак, то есть мы отметим, уже отметили, что... Потому что, кроме, я хочу дальше сказать, да. Что Чечня сама по себе, вот, республика очень красивая, как и Северо-Кавказская республика. Там, с точки зрения природы в том числе. С точки зрения, да. Там от песчаных, там чуть ли единственный субтропика у нас нету, как Абхазия. Или... Субтропия в Азербайджан, пожалуйста. Да. Остальные все присутствуют. Вот. Предгорья очень красивые. Угу. Вот если отойти от этого, от города, то... Мы не отходим город от города. Вы нам еще... Вот, есть потом сити там какой-то давай есть, да? Начнем с того, что, например, музей Ахмад Хаджи Кадырова. Музей Кадырова. Да, Ахмад Хаджи Кадырова. Ну, это городские, городская. Да. Потом вот это вот все восхищаются сити там, как да, она называется, Грозные сити там, да? Сити, да, какие-то оцен... особенные фонтаны. Да, фонтан построен в поселке Чернолечье. Очень красивый. Какой-то фонтан. Суперпарк, я как бы слышал, что там каждый чеченец по дереву там ночью гулял по этому парку. Видите, вот красиво, как бы вот дети, родители там глубокой ночи гуляют все. Очень красивое место. Для туриста, да, вот прийти и вот я бы даже вот сказал бы, чтобы вот ни один человек, который побывал в Грозном, вы вот видите, наверное, в интернете отзывы, ни один человек не жалеет о том, что он побывал в Грозном. Потому что на самом деле есть очень красивые места, есть куда сходить, есть посмотреть на сегодняшний современный город, который соответствует
уровню, я не знаю, там, европейскому уровню любого статуса, то есть на самом деле очень красивый, чистый, современный город. И если нужна природа, то она есть природа. Очень много святых мест, которые сегодня восстановлены. Тоже, кстати, очень важно. Да, для паломников есть очень красивые... И в том числе православных. Да, и для православных восстановлена церковь. Очень первая красивая. Была восстановлена церковь. Да, в городе Грозном. Потом, то есть, и сегодня ведутся переговоры именно на уровне администрации Кировской области, для, чтобы именно развивать вот это направление туризма. Этот 2018 год Рамзан Ахматовичем, он объявлен годом инвестиций, и мы надеемся, что в связи с этой, вот с этой целью, да. Инвесторы прибудут, как бы, и будут строить, и да, развивать, да? Да, будут строить. То есть, а какие-то преференции инвесторам в связи с этим, это тоже, но инвестиционный туризм, скажем, хорошо. Да. А что, просто объявлен, или там какие-то мероприятия, то есть, что нет, облегчает жизнь, как бы? Конечно, есть, если брать с точки зрения, скажем, есть какие-то привилегии, людям даются какие-то льготы определенные, и просто есть красивые места, есть, то есть, есть где и над чем поработать. Ну, сейчас строится самая высокая башня в Европе, по-моему, она была самая высокая. Да. Она уже нулевой уровень, она уже прошла. Отлично. Вот Грозный мол, который будет... Грозный мол? Да. С одной стороны реки будет Грозный мол, с другой стороны строится эта башня. Река, имеется в виду Терек, да? Нет, Сумжа. Сумжа. Терек не протекает через Грозный. И вот через нее перекинут мост. Ну, там целый огромный комплекс. Это огромный комплекс. Это миллиардные вложения. Там работают специалисты со всего мира. Там проекты и Америка, и Ближний Восток. Там, ну, это будет очень серьезный объект, который тоже будет привлекать для туризма. Там у нас как бы высшая точка там Кавказа как бы далеко, там Эльбрус или там что-то. Все рядом. Там... Это вот Грозный мол, да, я смотрю в интернете. Да. Под картинку. Правильно. Грандиозное такое сооружение. Что самое интересное, вот все вот эти вот здания, начиная вот сейчас вот в Шали ведутся, очень хорошая, объемная стройка ведется в Шали. Все современные здания, они соблюдая, учитывая культуру чеченского народа, наши древние традиции, вот именно вот сохраняя вот эту форму, и именно в современном стиле все делается, вот просто... Но с учетом чеченской специфики. Да. Это боевые башни, что у нас. А кто-то там, по-моему, из знаменитых архитекторов там еще чего-то там какие-то проекты делал, да? Ну, из я вот сейчас не могу... Вот этот Ахмат Тауэр, он, по-моему... известным компаниям мировым делается. Ну, нет, ну такой объект не может просто так. А скажите, я вот недавно как бы тоже слышал, что горнолыжный курорт какой-то открылся, да, как бы современный. Как, да, как где Ведучи, это, что это? Ведучи. Это в Веденском районе. Угу. Горнолыжный курорт, кстати, очень красивое место. Уже, кстати, он действует, работает. Люди уже приезжают. В Альпы можно не ездить. Надо в Чечню. Вот, можно круглый год. И зимой, или летом. Мой сосед вот с моего дома вот по Московской живет. Он туда съездил со своей женой, с ребенком. И вот просто человек, вот, не знаю, в восторге до невозможности. Он говорит, обязательно, при первой же возможности, он, я говорю, ну, он любитель на этой, кататься на горных лыжах, на... Жена у него катается на этой доске, как она называется? Сноуборд, да. Вот, и они как бы, вот у них это семейное. Он говорит, мы до сих пор ездили, говорит, Сочи, говорит, все, говорит, никакие Сочи, говорит, только туда. Да. И
вот это вот люди, которые еще не бывали, да, у нас осталось все-таки у людей такое, скажем, да, то, что ну, недавно еще была война. Вот, эти вот, вот это очень важный вопрос. Да. Вот здесь поподробнее. Да. Давайте продолжим после рекламы. Все-таки нам соблюдать нужно некий регламент временной. Вот нужен рекламный блок сейчас. Союз нерушимый. Продолжаем наше общение. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, Адам Бибиев, да. Представитель главы Чеченской Республики в Кировской области и помощник Адама Леча Аскерханов у нас в студии. Вот мы говорим о достопримечательных Чеченской Республики. Об отдыхе в Чечне. Об отдыхе, да. Хотелось бы больше конкретики вот какой-то, да, раз мы тут намекаем нашим слушателям на то, что вот рассмотрите в качестве места путешествия. Ну, смотрите, сегодня уже названо как бы, мы можем Грозный, мы можем на Истишу как бы на курортные, санаторно-курортные места съездить полечить. Попить сероводородные там водички и покупаться в этих ваннах, полечиться в грязевых и значит, на ведучий на горнолыжный курорт. Кизиной Ам у нас известнейшее озеро. Как? Высокогорное голубое озеро. Кизиной Ам называется. Ага, красивейшие вот места. Уже, вот уже мир известные места. Вокруг этого озера тоже есть какие-то отели. Инфраструктура, там, да. И, да, соответствующая, да? Там шикарный отель и из... кстати, из Кировской области. Сделанные домики. То есть гостевые домики такие. Лес из Кировской области, обратите на внимание. Там еще в советское время был отель большой, и там тренировалась сборная Советского Союза по гребле. Ух ты. Потому что там определенная самая... Видно, климат. Определенный климат. Нет, я думаю, что там уже высоко на море. Разряженный воздух. 2400 метров, если я не ошибаюсь. Олимпийским играм готовились. Когда они опускаются вниз, они начинают при нормальном давлении. Ну вот, говоря о туризме... Да, вернемся как бы к вопросу, каково отношение чеченцев к приезжающим гостям и можно ли там спокойно отдыхать. Во-первых, вот начнем с того, что Рамзан Ахматович Кадыров неоднократно об этом говорил, говорит и еще раз повторяет, что смело Чеченская Республика в плане безопасности на первом месте в Российской Федерации. Угу. Это республика, которая еще вчера была... Там война, там эти ваххабисты, террористы. Сегодня Чеченская Республика, я вам смело говорю, единственная республика в мире, не в России, в мире, которая победила терроризм. На самом деле терроризм в Чеченской Республике побежден. Все, эта тема вообще забыта, мы ее оттолкнули в сторону. Сегодня делается все для того, чтобы развивалась культура Чеченской Республики, показать всему миру, что мы культурно образованные, что мы развиваемся. И для этого развивается, ну, соответственно, на первое место, ну, на одно из первых мест занимает, конечно, туризм. Угу. Чего сегодня, на что сегодня обращается особое внимание. И если на это обращается особое внимание, соответственно, турист себя должен чувствовать превосходно, да, в Чеченской Республике. Да. И все для этого делается. У меня практически вопросы. Вот заранее тур в Чеченскую Республику можно купить? Есть ли разновидности вот, этой туры? Да, вот насчет туров скажу. Сейчас вот уже вот именно вот возвращаясь вот, к туризму, мы готовим целый проект, чтобы не только люди, у кого есть финансовые возможности, кто может себе позволить, могли ездить в Чеченскую Республику, но и чтобы государство оказывало какую-то помощь, чтобы, соответственно, мы знаем, что фонд имени Ахмадхаджи Кадырова, он даже... Африку, до туда уже дошел, ну, во всем мире помогает. Ну и в этом деле, конечно, тоже будут какие-то средства выделены, оказывается помощь, какие-то льготные, там какие-то скидки, все это делается. И
обязательном порядке уже сегодня, уже на сегодня есть туристические фирмы, которые можно купить путевку. Можно, да? Да, заказать не только там, можно заказать машину на месте, там взять в аренду, я имею в виду, если захочешь туда семейным, сам лично поездить, есть гиды. То есть можно спокойно брать машину, и там нету никаких таких гаишников особенных, которые стоят за углом. Там, я и... насчет гаишников скажу... не знаю, насколько это будет правильно сказано в прямом эфире или нет, есть негласно сказано, что человек, который к нам приезжает отдыхать, чтобы ему оказывалась помощь, а не желание, как это делается в многих регионах Российской Федерации, содрать с него шкуру, зная, что он здесь проезжает транзитом. Ну, много историй таких, да, по федеральной трассе Дон, когда едешь. На это сказано, ну, есть ли это какое-то мелкое по незнанию нарушение, сделать замечание, вот. То есть человеку, наоборот, оказывает гаишник, он для того, чтобы оказать помощь, вплоть до того, что есть тысячи случаев, когда люди где-то куда-то не там, не туда заехали, заблудились. Во главе едет вот эта машина служебная, его сопровождают. То есть народ настроен... Почти как президента. На самом деле так оно есть. Народ настроен на то, чтобы... Вот как мы жили раньше, у нас была многонациональная республика. Ну, вот мы в начале передачи сказали, что... В Кавказе все равно гостеприимство, оно никуда не делось. Да. Мы вот вначале сказали, что у нас есть праздник, скоро Пасха, потом там еврейский праздник. Это все у нас было в Чеченской республике. Мы действительно выходили все вместе, когда Пасха, праздновали Пасху. Какие-то там у нас жили армяне очень много. У них были свои праздники, мы их праздники праздновали. Какие были определенные азербайджанские, вот, Навруз такого плана. Вот это, то есть у нас были все общие праздники. Не было такого, что именно чеченский праздник, только чеченцы отдыхают. Друзья мои, задам один вопрос. Женщин здесь нету, но смотрите, лето. Девушки у нас любят как бы в коротких рукавах походить, с открытой шеей. Европейская. Европейская манера. Так сказать. Ну, не вульгарно я имею в виду, а просто как бы вот... Я понял, к чему это вопрос, конечно... Потому что этот вопрос, он все равно так или иначе... Фейс-контроля нету. Нету такого, чтобы... Ну, конечно... Есть просьба. Да, просьба, конечно, там, ну, эти же... Соблюдать некие, все равно... Приличие. Да, мы приехали в республику, и чтобы не оказаться себе там белой вороной, да, или там, чтобы... Ну, если взять историю нашу, да... Ну, не было же такого, что там женщина должна была ходить в шортах или там каких-то там мини. Ну, там, это нет. Ну, я сам консервативный, да. Но тем не менее, как бы есть ведь. Нет, приезжают люди в гости, приезжают, женщина в брюках. Есть женщины, которые одевают юбку, ну, скажем, ниже колена, но не до пола. Таких у нас тоже есть много. Никто не заставляет никого. Нету, чтобы там именно было такое. Больше надуманного. У меня интересный вопрос. Понятно, что да, если ты по городу ходишь там в шортах и, я не знаю, полураздетом. Я сам консервативный человек, я в этом смысле как бы. Ну, все понятно, хорошо. Можно вопрос задам дальше? Если ехать в Чечню на автомобиле, на каком автомобиле надо ехать, чтобы особо не выделяться? Если вы приедете на Камри... что вы там точно не будете выделяться, будете как свой. Я просто не так давно читал там, либо белый Land Cruiser, либо белая какая-нибудь Лада там. Нет, если ты едешь, наверное, на Deo Matisse, то будешь точно выделяться. Да. Ну, сейчас на самом деле в плане вот правил дорожного движения, да, скажем, тоже очень особое внимание уделяется ремню безопасности. Инспектор, который находится на выезде, он сам пристегивается. Наш министр пристегивается. Пристегивается, понимаете? Дело в том, что это, как сказать, это мы должны себе вот для себя... Показатель культуры, так? Да. Если есть такой закон нужно соблюдать. Я, например, выезжаю, я всегда в городе, меня никто не заставляет, я в городе, я всегда я пристегиваюсь, потому что у меня автоматически это указание моего президента, главы Чеченской Республики, что мы должны соблюдать
правила. Я, конечно, стараюсь. Все должны соблюдать закон. И да. Это строго соблюдается. Да. Адам, времени остается мало, да, тем не менее. Да, и поэтому я хочу. Вот ты только что сказал, что раз в месяц ездишь, да, значит, в Чечню. Окей. Нет у меня машины. Ага. Как я добираюсь до Чечни? Элементарно. Например, если есть несколько вариантов. То есть первый, это есть отсюда поезд прямо до Пятигорска. И из Пятигорска уже есть автобус до Грозного. Это если на поезде ехать. Сколько там скоростной поезд, он едет. Это Москва-Пятигорск, ты имеешь в виду, да? Или Киров? Нет, Киров. Из Кирова. В Кирове садишься, да, на поезд, да, и едешь до Пятигорска. Да, вот. Это первый вариант. Он до Кисловодска едет поезд, ну, в Пятигорске вы уходите. И там уже есть маршрут, которые ведут вас до Грозного. А сколько там ехать по километрам? Если на маршрутке до Грозного, это 4 часа, а здесь на поезде это где-то 18 часов занимает. Скоростной хороший поезд. Это раз. Второе. У нас мы вылетаем, очень удобный рейс, вот мы вылетаем отсюда утренним рейсом до Домодедова на нашем самолете. Это примерно 3-4-5 тысяч рублей. По деньгам, чтобы сравнить. Вот. И оттуда уже примерно такая же сумма. Буквально через 2 часа с того же аэропорта есть самолет на Грозный. Билеты всегда они есть, свободные, никаких проблем нет. На сегодняшний день 3-4 рейса есть в день в Грозный. Вот, поэтому... Вот я хочу чего спросить, Адам. Вот ты все-таки и наш тоже, как бы, вятский тоже. Почему у нас нету рейса Киров-Грозный? И раз у нас есть туризм теперь в Чечне, раз есть такие большие возможности для отдыха в Чечне, почему мы летом или даже зимой, там в дни каникул, не заводим? У нас ведь есть аэрокомпания «Чеченские авиалинии», или как она называется? «Чечен-авиа», нет? Как там? «Чечен-авиа». «Грозный авиа». «Войнах-авиа», по-моему. Можем мы через тебя передать просьбу? Рамзану Ахматовичу, чтобы... Просьбу можно передать, я тоже за то, чтобы был все-таки у нас... Хочешь, мы подписи соберем? Да, прямой рейс. Но я думаю, мы к этому обязательно придем, потому что туризм будет развиваться. Ну вот ты кусок нашей передачи как бы пошли туда, в министерство, скажи, что туризма, что... Обязательно. Я в конце каждого месяца предоставляю отчеты проделанной работы, именно общественной работы. Вот вы знаете, мероприятия мы проводили в поддержку Путина Владимира Владимировича. И вот хочу, у нас как время... Несколько секунд уже. Да, вкратце скажу, что сегодня хорошая команда в администрации собралась с Кировской области во главе с нашим губернатором Василием Игорем Владимировичем, Быков Владимир Васильевич, которые работают, я вам скажу, просто вот днем и ночью, принимают во всех наших общественных мероприятиях участие. Такой командой мы далеко пойдем. Вот То есть рейс будет у нас Киров-Грозный. При любом варианте мы воспользуемся всеми возможностями отдыха и лечения в Чечне. Да. Очень интересно было. Конечно, мы только малую часть успели сегодня затронуть, но хоть что-то, да? Еще будем встречаться. Да, спасибо. Да. Адам Бибиев, Лечо Аскерханов. На этом «Союз нерушимой» передачи, имею в виду, заканчивается сегодняшняя. Всего доброго. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый».